Здравствуйте. Сегодня мы ведем программу «Все об машинах». С вами я, Штопалов Александр. Сегодня мы изучаем новые три самые интересные, на мой взгляд, машины. Ну, начнем с первой. Audi RS5 4.5. Конечно, вы, наверное, слышали, когда или видели эту машину. Максимальная скорость 250 км в час. Мощность 450 лошадей. Двойной турбонаддув. Так. Теперь приступаем ко второй машине. Она не менее интересна, чем эта. Возможно, даже больше интересная. Это новый грузовик Monster под названием Mad Killer. Он у меня на радиоуправлении. У него есть вот такая вот сирена. Но в настоящем мире его мощность достигает практически достигает 2000 лошадей, а скорость при этом всего лишь составляет не больше 50 км в час. Да, очень большая машина. Как сами видите, она, ну, конечно, это не настоящий размер, но она намного превышает Audi RS5. Вот у меня сестренка еще сидит здесь. Извините. Но не будем обращать на это внимание. Приступим к самой интересной третьей машине. Как вы думаете, что это за машина? Не знаю, угадали вы или нет. Это Bugatti Veyron Super Sports. Все, наверное, уж все слышали об такой машине. Она самая быстрая, самая мощная машина в мире. Ну, конечно, хотят выпустить Dodge GT, он будет в два раза сильнее, чем эта машина. Ее мощность составляет 1200 лошадей. V16. Двигатель V16. Максимальная скорость 431 км в час. Потрясает, да? И стоит такая машина около 80 миллионов рублей. Сравним цены. 80 миллионов рублей. Около 6 миллионов. И 32 миллиона рублей. Согласитесь, дорого, но зато такая мощность, из-за нее надо платить. До встречи. Пишите комментарии. До свидания.